будем обсуждать один из главных вопросов, который волнует сегодня общество. Волнует проблемы ЖКХ, миграции, спада производства, но всех нас объединяет великий, могучий, прекрасный русский язык. По нашей инициативе президент подписал в свое время указ о праздновании Дня русского языка в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мы уверены, что государство и все общественные организации, трудовые коллективы, дружно откликнутся на эту инициативу. Но, к сожалению, кто-то энергично сдерживает проведение этих праздничных мероприятий. Мы провели пленум о защите русского языка как основы единства многонациональной России. В свое время нас держал Бог Царь Отечества, но империю не удержали, когда царь оказался беспомощным. Советская власть держала единые идеологии дружбы народов, единым народохозяйственным комплексом, единой партией, единой советской властью. Мы не учли многие тенденции, в том числе и в национальной политике, и пришли к довольно тяжелому кризису. Сегодня во многом нас в основном объединяет могучий русский язык, основы которого подрываются. Поэтому мы приняли решение не только отметить и отпраздновать эту прекрасную дату, но и показать пример, как это можно сделать. Я хочу отметить от имени Всероссийского созидательного движения «Русский лад» роль Компартии Российской Федерации в том, чтобы в России появился праздник «День русского языка». Это праздник, жизненно необходимый России для сохранения ее целостности и укрепления ее могущества. Потому что для каждого народа родной язык – это главная святыня. Как говорил Пушкин, язык – это и есть народ. Мы приветствуем указ президента об учреждении этого праздника. Рады, что новый президент Путин Владимир Владимирович сказал, что к этому празднику нужно относиться не формально, а содержательно. Но нас очень беспокоит, что за этими словами практически мало дел на местах по организации этого праздника. Нас очень удивило, что инициатива депутатов-коммунистов Государственной Думы о том, чтобы поднять статус этого праздника и внести поправки в федеральный закон о памятных датах и днях воинской славы Российской Федерации, вновь получили отрицательное заключение правительства. Несмотря на все слова, мы видим, как Министерство образования выдавливает классическую литературу из школьных программ. Фестиваль русского языка, который в прошлом году проводился на базе Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, в 2013 году проводиться не будет. Финансирование программы «Русский язык» уменьшается. Тотальный диктант, который проведен в этом году, показал ужасающие результаты. Участвовало население 130 российских городов, 30 тысяч человек. Половина получила двойки. Представляете? Каждый третий житель Российской Федерации за прошлый год не прочитал ни одной книги. А ведь 20 лет назад мы были самой читающей страной в мире. Нам надо вот эти слова наших руководителей подкреплять конкретными делами и подталкивать чиновников снизу. Поэтому разработана конкретная программа проведения праздника в этом году силами Коммунистической партии и многочисленных организаций, которые вошли в русский лад. Действительно, выглядит как минимум странным тот факт, что инициатива по широкому празднованию Дня русского языка встречает определенное сопротивление на некоторых этажах исполнительной власти. Становится ясным, например, когда присутствуешь на заседаниях межведомственной комиссии во главе с министром Ливановым, межведомственной комиссии, которая создана для проведения так называемого мониторинга вузов, а фактически для выявления вузов, которые подлежат закрытию. Месяц назад, увы, было очередное заседание этой комиссии, и, может быть, как никогда четко Ливанов обозначил свою позицию, а я
вынужден работать в составе этой комиссии, являясь первым зампредом комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы. Так вот, на этом заседании он как никогда четко и определенно обозначил свою позицию, связанную с тем, что педагогические вузы в стране не нужны вообще. О том, что тех, кто придет в школу преподавать, подготовят обычные классические университеты. Все аргументы, связанные с тем, что вообще-то в педагогических вузах сформирован специальный комплекс дисциплин, который готовит не только учителя-предметника, но и учителя-педагога, прежде всего, отметаются. Не берется в расчет то, что нужны знания психологии, возрастной физиологии, методики преподавания тех или иных дисциплин, урочная работа и внеурочная работа. Просто жаловаться на эту ситуацию для серьезной политической силы было бы неоправданно. Мы инициативу в свое время выдвинули вместе с движением «Русский лад», и мы нацелены на то, чтобы эта инициатива, не получая, может быть, должной поддержки сверху, получила должную поддержку снизу и стала действительно нашим большим национальным праздником. Праздником Днем русского языка, приуроченным к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мы глубоко убеждены, что пройдет немного времени, и русский язык займет достойное место среди языков всего мира, как это было при Советском Союзе, когда более трети государств всего мира приглашались сюда и обучали они здесь своих граждан русскому языку, причем глубоко изучали русский язык. Нас очень волнует ситуация, которая сегодня сложилась в столице нашей родины, Москве, связанная с завозом большого количества мигрантов. Более 2 миллионов мигрантов сегодня находятся в Москве, и мы видим негативную ситуацию, сложившуюся в связи с этим. Учитывая, что эти мигранты, они даже не знают русского языка, не изучают наших традиций. Какова статистика, которую озвучила Следственный комитет и прокуратура? Более 50% всех преступлений совершается при участии мигрантов. Каждое второе изнасилование совершает мигрант. Каждое третье преступление разбой совершает мигрант. И каждое пятое убийство совершает мигрант. А мы внесли от Компартии Российской Федерации в Государственную Думу закон о визовом режиме трудовой визы со странами, которые выезжают сюда мигранты, особенно из Средней Азии. Вот в этих двусторонних договорах будет обязательное условие изучения русского языка, наших традиций и истории, и культуры. Я считаю, что мы тогда резко уменьшим, в том числе и преступность в городе Москве. Сокращение программы русского языка и русской литературы в школе не дают возможность открыть тайну новому поколению, вот эту тайну языка. Почему Пушкин благодарил своих современников за то, что они нашли у него 5 грамматических ошибок? Почему Гоголь сказал, что слово – это высший подарок Бога? Почему Достоевский называл людей, которые говорят по-французски и плохо говорят по-русски, международными межеумками? Почему Твардовский закончил свою поэму словами «вот стихи, а все понятно, все на русском языке»? Это новое поколение не понимает, в чем тайна языка. У нас сегодня сидит примерно 12,5 тысяч подростков. Этой статистики страшно никто не ведет. И вот откуда это все берется? Я был в Белгородской области недавно, в колонии, где сидят 610 девочек в возрасте от 14 до 18 лет. У меня с ними был долгий и хороший разговор. Оказалось, что эти девчонки посмотрели фильм «Бригада», «Бумер». Они полностью скопировали действия оттуда. Они взяли себе даже клички и имена этих актеров и повторили все, что показывает этот фильм. Совершили преступление и понесли наказание на срок от 4 до 9 лет. Поэтому, когда мы рассказываем о своей культуре и литературе и пытаемся ее показать так, как это делается через телевидение, тогда, видимо, надо задуматься, кто за это будет нести ответственность. А вот настоящая культура – это та, о которой мы сегодня говорим, и та словесность, которая должна преподаваться нашей молодежи, которая бы знала красивую русскую литературную речь и знала ее с рождения и передавала своим поколениям с рождения, а также детям, внукам и правнукам.